Дорогие друзья, я, руководитель российской серии кольцевых гонок Олег Петриков, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. В минувшем сезоне было много событий. До самого финала кипела борьба, за которой следили зрители нескольких телеканалов, включая Матч ТВ. И Новый год мы встречаем с новыми чемпионами. Я Дмитрий Брагин, чемпион прошлого сезона российской серии кольцевых гонок в классе Туринг. Меня зовут Григорий Бурлуцкий, в этом году я стал чемпионом в классе Туринг Лайт. Я Михаил Мутяев, пилот команды «Лада Спорт Роснефть», обладатель Кубка России 2018 года в классе Супер Продакшн. Я Павел Кальманович, обладатель Кубка России 2018 года по кольцевым гонкам в классе Национальный. Я Ира Сидоркова, и в этом году я стала первой девушкой-победительницей в одном из классов российской серии кольцевых гонок. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает развитию нашего автоспорта. Спортсменов и механиков, спонсоров и журналистов, представителей автодромов и Российскую автомобильную федерацию. Вместе мы делаем большое дело, перед каждым сезоном ставим новые цели и добиваемся новых побед. В следующем году нашу серию ждут перемены, которые должны сделать ее еще более интересной для болельщиков и привлекательной для пилотов и спонсоров. Впервые все этапы пройдут на разных автодромах, появятся новые партнеры, будут скорректированы технические требования. В следующем сезоне я выступаю уже в самом массовом классе российской серии кольцевых гонок S1600 и уверена, что достигну максимального результата. В следующем году у меня очень большие планы на класс Туринг. Я думаю, что мы устроим прекрасную жаришку там. Ну а я планирую побороться за победы в классе Туринг. Я продолжу участие в классе Туринг и надеюсь увидеть в нем новых соперников. До наступления Нового года осталось совсем немного. И самое время наполнить бокалы шампанским, которое многие припасли с церемонии награждения на этапах российской серии кольцевых гонок. Пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом и до встречи в новом году на трассах российского кольца. Сегодня я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам успехов, пожелать удачи и всего самого наилучшего. Я поздравляю всех любителей автомобильного спорта с Новым годом и Рождеством. В новом 2019 году хочу пожелать вам достичь всех ваших целей, справиться со всеми задачами и уверена, что все у вас получится. Я тоже уверен, что в следующем сезоне мы сможем превзойти достижения предыдущего года. И желаю, чтобы удача сопутствовала вам в спорте, в делах и в личной жизни. С Новым годом!